Сибирском федеральном университете по весне куют любовь. В Институте цветных металлов и материаловедения прошло состязание между лучшими кузнецами Красноярска. О тонком чувстве в металле рассказывают корреспонденты ТВ СФУ. Свороже, пробудись! Под таким необычным девизом в СФУ проходит древний праздник, посвященный покровителю кузнечного дела и всех ремесел – славянскому богу Сварогу. В честь языческого божества проводится конкурс между кузнецами-художниками, и выбран такой формат отнюдь не случайно. В древности, в день празднования сварожек, наши предки принимали в свои ремесленные цеха молодых кузнецов. СФУ возродил традицию. Теперь конкурс проводится в стенах университета уже во второй раз. Любовь, контраст и кин-дза-дза. Четыре кузнеца должны художественно осмыслить одну из этих тем. В ходе жеребьевки побеждает любовь. Участники задергивают ширмы. Кузнечная битва начинается. Времени дается мало, всего 50 минут. С такой работой справятся только лучшие из лучших. У меня были ученики очень талантливые, которые сходу все схватывал. Может быть, отчасти поэтому и было это все не очень интересно. И он потом пошел совсем другой дорогой. Не знаю. Есть люди, которые не менее талантливы, но вот не очень не получается. А хочет человек, бьется годами, ну, в общем, что-то получается, что-то нет. В состязании впервые применяется новая система судейства. Участники куют свои работы отдельно друг от друга и оценивают их, не зная автора. Так больше объективности. Придумал правила Юрий Чумаков, выпускник кафедры обработки металлов давлением СФУ. В своей работе он попытался воплотить египетский крест Анк, символ мужского и женского начал, символ любви. Я понимаю, что мне еще есть над чем трудиться, над чем работать, достигать совершенства. И искренне надеюсь, что если наши дальнейшие сборища будут продолжаться, результат будет намного лучше. Победитель конкурса получает право на вступление в Союз кузнецов России. Также награда ждет автора лучшей с художественной точки зрения работы. Ее выбирает жюри Союза художников и ведущих кузнецов Красноярского края. Обе победы единогласно присуждены Юрию Титову. Донести, то есть до людей, как бы вот это птичкой такой в форме сердца, можно сказать. Любовь к природе, любовь к вездесущему. Владимир Малинов не успел доделать два хрупких сердца, пронзенные стрелой, но участники и зрители высоко оценили задумку его работы. А Николай Павлухин, победитель прошлогодних сварожек, выразился о своей коротко и ясно. В каждом сердце живет любовь. Валерия Абраменко, Виктория Арханова, Новости СФУ.